За рулем КАМАЗа глава регионального Минпромторга. В кабине тестирует, снаружи изучает. Это управление подвеской? Подвеской, да. То есть подъем, опускание и транспортное положение. Здесь большегрузы, фургоны, краны, спецтранспорт. Вот эти пожарные машины на базе шасси КАМАЗа производят в Богородске. По 300 штук в год. Товарооборот 1 миллиард рублей. Покрывают потребности в спецтранспорте не только Нижегородской области. Заказчики МЧС и Министерство обороны России. С завода КАМАЗ мы получаем только шасси. Вот. Далее это шасси мы дорабатываем и производим полнокомплектный пожарный автомобиль. Нам хотелось бы расширить свою кооперацию с предприятием и стать поставщиком своих специализированных надстроек на конвейер КАМАЗа. Это робот отзывается на Роберта. За ним говорят разработчики будущего автопрома. Пока это единственный в стране роботизированный сварочный комплекс. Робот проводит сварку любых сварочных соединений, то есть это идеально. То есть робот не устает, он работает круглосуточно. Сварщик устает, робот не устает. Соответственно, и у робота отсутствует человеческий фактор. Включили, управление ручное, можем подвинуть его в любую координату. Завод «Труд» со 130-летней историей и с новейшими технологиями по производству спецодежды и средств индивидуальной защиты. На дне поставщика не новички и не понаслышке знают, что с глазу на глаз договориться проще, чем по телефону. У каждого из нас есть уникальная возможность пообщаться вживую с нашими крупными партнерами, заказчиками, найти точки соприкосновения, пообщаться и познакомиться с ответственными лицами и, соответственно, заключить контракт. 75 нижегородских предприятий уже являются поставщиками КАМАЗа. В прошлом году объем поставок составил более 100 миллионов рублей. Уникальное мероприятие, которое проходит в рамках национального проекта по малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы в направлении выращивания. Такие мероприятия мы проводим для крупных компаний, которые имеют большие заказы, и представляем им возможности наших малых, средних, крупных компаний для того, чтобы увеличить объем поставок на крупные предприятия, в том числе по программе импортозамещения. Мы ежегодно поставляем для нужд, для наших клиентов Нижегородской губернии порядка, я думаю, 2500 машин. То есть у нас ежегодно приобретают наши коллеги из... А что касается товарооборота для нужд конвейера, я думаю, что у нас общий ежемесячный оборот где-то 12-15 миллиардов поставок. Доля участия в этом объеме нижегородских предприятий по итогам дня поставщика, считают эксперты, будет увеличена. Надежда Щукина, Алексей Калякин. Время новостей.